Чу-чу-чу, стучат, стучат копыта. Чу-чу-чу, ударил пулемет. Предложили ходить на эти мероприятия с парабеллумом. Да. А он у меня почему-то в сейфе здесь оказался. Лучше с рогаткой. Да, да. Вот правильно. Да. Не уберу я. Не надо. В мандатную комиссию. В мандатную комиссию. Александр Николаевич, уберите, пожалуйста. Не уберу. Александр Николаевич, запрещено. Все, не уберу. Александр Николаевич, все. Он настоящий. А кто его знает? Давайте проверим. Помните, в каком-то фильме его же можно использовать не по назначению? Александр Николаевич, уберите, пожалуйста. Не уберу. Запрещено. Не уберу. Мы же это в СМИ сейчас выйдем. У меня же личная выгода должна быть. Попиариться-то. Да. А трансляцию, может, пока не будет включать? Александр Николаевич, я спрошу, уберите, пожалуйста, предмет, похожий на оружие. Иначе мы будем вынуждены вызвать... Вызывайте, 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 вызывайте. Александр Николаевич, трансляции нету, да? Александр Николаевич, ну в чем проблема, Александр Николаевич? Нет никаких проблем. Уберите, пожалуйста. Не уберу. Вот если бы вы знали бы закон об оружии, тогда бы мы могли бы что-то говорить. А в силу того, что вы не знаете закон об оружии, вы говорите ерунду. Это не оружие. Александр Николаевич, предмет, похожий на оружие на столе лежит. Тебя. Тем более, если это не оружие, вас берите, пугает, пожалуйста. Вас лично пугает? Да, пугает меня. Мне вас жалко. Мне вас жалко. Александр Николаевич, уберите, мне начнем заседание комитета, Александр Николаевич. Нет, 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 совсем уберите его, Александр Николаевич. Александр Николаевич, вы... Глубже. Александр Николаевич, отнесите, пожалуйста, его в кабинет. Я... Александр Николаевич. Александр Николаевич, мы затягиваем процесс из-за вас. Затягивайте, затягивайте. Кабинет аккуратно. Мы просто спровоцируем ребята. А можно камеру выключить, пожалуйста? Еще я на вас еще должен реагировать. И на вас я должен реагировать. Зачем? Меня на всех надо учащать детей, как ребенок. А вы кто? Вызывайте охрану. А вы кто? Не знающий законы будете здесь вместе. Да, знающий закон. Да, ничего не делает. Не надо охрану. Чтобы я завтра получил за то, что на комитете с оружием люди сидели. Каким оружием, а? Вы сначала разберитесь, а потом будете говорить. Просто вынести, и все успокоятся. Мы если проголосуем, вы наше мнение выслушаете, поддержите, самое главное. Конечно. Коллеги, кто за то, чтобы Александр Николаевич внес в кабинет предмет, похожий на оружие? Прошу голосовать. Кто за? Конечно. Единогласно. Конечно. Спасибо. Спасибо. Дверь на ключ закройте. Но позвольте, как же он служил в очистке? Я его туда не назначал. Ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь.